А скал десантником уже здесь. Служил 64-67 год. Город Кировба такой есть. Но 3 года отслужил. Отпрыгал. 33 прыжка. Сейчас смотри, какие береты, красивые, все. Тогда у меня были кальсоны, белая рубаха, кальсоны. Но я в Кировбаде, Панама, это все, это было. Но тогда не было такого, что мы встречались со флагами, со всеми. Вот, ну, обыкновенно служили и все. Нам был долг отслужить 3 года. Там нации было какой хочешь. Тогда любой нации, тогда никто не знал. Литовцы со мной служили, даже украинцы со мною служили. Ну, а скажите, а уживались вот разные национальности? Да вообще у нас не было. Не было никакого конфликта. Расплескалась синева, расплескалась. По тельняшкам разлилась, да по погонам. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась по десантным, по гвардейским законам. Я служил в ВДВ, призвался июль 2003, уволился 30 декабря 2004 года. Я горжусь тем, что я служил в ВДВ. Да, мне поначалу, когда призывался, было трудно, но потом меня сержанты научили, как переносить тяготы и стойкости военной службы ВДВ. Я прыгал с парашютом 5 раз. Как сказал Василий Филиппович Маргелов, боевая ВДВ – это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность 1. Спасибо тебе, дядя Вася, за воздушные 10-е войска. Я уважаю эти войска. Я горжусь тем, что я служил. Я советую всем пацанам, служите, пацаны, ВДВ, и у вас все будет хорошо.